Та вечером у среду уключаю я ПТ. Под закуску, под горелку для настрою и т.д. Но такая вдруг открылась ща картина, что я начисто лишился аппетита. Страшно, аж жуть. Там шахиды и фашисты, радикалы и ИГИЛ. Сам с взрывчаткой террористы узорвали мне мозги. Террористы Мистаткевич тихо рулит, а в лесах цветет и пахнет Гитлер-Юген. Страшно, аж жуть. Позвонил я сразу Грышу, не снимая трубку он. Может, тоже он входил в этот белый легион. Ведь частенько в общении со мною он кривил своей черною душою. Страшно, аж жуть. Страшно, жутко, жутко, страшно. Как же дальше всем жить нам?